Привет, друзья! С вами Кернекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Lands Island. Как вы понимаете, я немножечко пофармил, что привело к тому, что у нас появилась кирка раз, и, собственно, есть средства для того, чтобы получить щит. Я думаю, что мы сегодня пойдем целенаправленно на арену, потому что ягод тоже удалось подфармить, 47 штук с собой есть, чики-пуки. И в придачу мне еще посоветовали, что «Николай, вы не то кушаете». Идите покушайте тыкву. Так вот, я купил тыкву, заодно буду один эксперимент проводить с фермой. Вот, сейчас у нас 10 единиц тыквы растет, посмотрим, насколько она питательная. Расти она должна, по идее, дольше, чем ягоды, поэтому оставляем ее в покое. По самим посадочкам у нас появились еще специальные, собственно, конструкции для виноградных. Кстати, вот виноград вырос. Сколько соберем? Оума! Виноград выглядит... Тихо. Виноград выглядит как очень даже здравая мысля. Мы сажаем один, получаем 4. Это прям хорошо, только беда в другом. Беда, к сожалению, совершенно в другом, потому что мы их можем ставить исключительно на наши вот эти посадочные части. А это как бы неудобно, особенно если мы хотим собирать все с помощью косы. Ладно, что-то придумаем в любом случае. Так, давайте оставим все, что нам не надо. Возьмем все, что нам надо. Ты можешь там перестать махать, пожалуйста, брат? Ничего личного. Так, заберем это добро и давайте, наверное, все-таки скрафтим щит. Я переживаю за то, что он все-таки урежет на 15% нашу скорость перемещения. Но зато он даст нам 30% пассивного блока. А это серьезно. Это с каждой десятки урона 3 урона просто вжух и нема. Мне кажется, что это должно нас спасти. Апгрейд у нас все равно стоит 350 дерева, что обозначает то, что мы должны купить новый рюкзак. Поэтому пока что торопиться некуда. Металл добывается сейчас уже гораздо веселее, но все равно не то пальто. Так, давайте крафтим. Сразу же крафтим, не раздумывая. Так, бери. Сейчас проверим, насколько мы себя плохо ощущаем. Ну, бегать-то не бегаем, но кувырок-то работает. Кувырок-то работает. Так, тут еще и маракуйя выросла. Так, маракуйя тоже по одной сажалась. Получаем по 3. Но маракуйя вроде бы достаточно питательная. Если я не ошибаюсь. Ну, давайте пока виноград будем сажать. Он мне больше нравится. Так, маракуйку тоже. Не обновляется блок почему-то. Ну, ладно. Так, это посадим. Ягоды пока не трогаем, этот не трогаем. Все, погнали в пещеру. У нас запас еды имеется. У нас имеется оружие, у нас имеется кирка, у нас имеется защита. Я побегал там по этому городу. Так, щит спрячь. Во, другое дело. Побегал немножко по городу, который находится у нас, собственно, в днище. И есть хорошие новости. Есть хорошие новости. Я открыл, по сути, все три варпа, которые я там видел. Просто если мы сейчас подойдем вот сюда к ТП-шной... Мы увидим с вами приколдес. Что здесь якобы всего 3 варпа. Понимаете, да, о чем я? Поэтому бог его знает. Бог его знает. Но мне кажется, что за арену еще что-то должно быть. Поэтому двигаем туда. Естественно, начальный мост я не чинил. Я зажрался. Твою мать. Теперь я за это буду платить. За то, что я его не чинил. Но я починил мост, который был в начале самой пещеры, где-то здесь. Который ускоряет, по идее, проход к нашим этим. Молодой человек, потом. Где этот мостик? Вот. Который ускоряет проход сразу же к городу. У нас, по идее, в город 2 входа. Один справа далеко, один слева. И то, в принципе, неплохая вещь. Так, уголь у нас есть, кстати, уголь есть, по-моему. Уголь есть. О, вот эта каменюка мне нужна. Ребятки, давайте. А, сюда сразу из Даравелла пришел, понял. Он на меня... Ай, бляха, я не продал эссенции. Ладно, немножечко простой у нас будет. Ничего страшного. Теперь у нас обычные атаки 19, критовые по 11. Это в целом очень даже неплохой показатель. Ну и скорость атаки киркой гораздо выше, чем была до.
Сколько? Два металла всего. Три металла. И так сойдет. Так, щит пока спрячь. Так, ребятки, я не к вам, до свидания. Так, сразу же в город попадаем. Почему вы заспавнили снова? Я этого не хотел. Металл, твою мать. Ой-ой-ой. Без щита 18 по лицу получать, ну такое. Честно говоря. Вот у нас еще один открытый варп. Бляха, придется зачищать, походу, да? Но я точно помню... О, тут сразу арена. Где-то справа и слева. Сейчас я пробегусь без щита. Давай. Справа и слева где-то у меня были... Были факела эти огромные заровни. По-моему, здесь. И здесь еще один дружочек. Понял? Тихо, не жуй меня. Сейчас я пожую. Ага, спасибо. Жаровни вообще топ за свои деньги, серьезно. Лучше не придумаешь. У меня еще и забиты 6. Я совсем забыл. Я здесь просто набегал до той степени, что забился металлолом. И, соответственно, мне теперь бочки лутать особого смысла нет. Разве что мне выпадет какой-то древесина, либо камыш. Но больше смысла не вижу в этом. Да, мы немножечко подзабиты будем, но я думаю, это не критично. У нас же цель пройти... Не фармить, а пройти, собственно, арену. Тут с двух сторон, по-моему, в нее вход. Да. Так, ну что, ягоды есть, давайте я еще подкину ягодок. Вот так, во. 27 у нас еще в запасе, еще маракуйя есть, еще и винограда чуть-чуть. Ну, короче, жить будем, погнали. Так, сразу же начинаем атачить. Не теряем ни секундочки, мега-удар, кувырок. Так, минус одно гнездо сразу же. Сходу, так сказать. Ой, тихо. Но я со щитом однозначно гораздо медленнее стал. Гораздо медленней. Так, может вы перестанете спавниться? Как вам такая затея? Мне кажется, я с первым щитом бы справился лучше на самом деле. Тише. Хомана! Не-не-не-не-не-не-не, друзья, погодите, вышу. Надо бы здоровяков в первую очередь убрать, они самые потенциально опасные. Но они так просто не даются. Мелких бить нет смысла, пока они продолжают спавниться. Ханамана! Отлично. Отходим. У нас пока реген есть за счет еды. Но. У нас, кстати, здесь... Ага, у нас срабатывает блок. Просто значок у щита, у скилла. Похож больше не на блок. Да иди в жопу. Похож больше не на блок, а на удар щитом. Взорвался? Нет. Мобы поумирали. Бляха, тяжело. Тише. Хоть бы жаровню здесь поставили, я не знаю, на самом деле. Куда ж это годится? Не трогай мою жопу. Так, один здоровяк минус. Тише. Кот на крыше. Нормально, скорим пополам пройдем. До свидания. Немножечко похарю вам. Хорошо.
Давай уже, подходи, сладенький мой. Так, проход открыт, в этот раз куб мне не дали, кстати, прошу заметить. Так, смотрим, что здесь, смерть? Нет, здесь переход в другую часть города, да? Тише, 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 товарищ. Дайте мне изучить город. Ой, бляха, я забыл, что здесь. А это я зря, однозначно. Так, живем, живем. Не подходи ко мне. Тут лавочка, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сколько у него хп, интересно, в этой ползучей мрази? Во-первых, у него мега какой-то защита от урона. Тихо-тихо, тут лавочка. Уйди. Уйди, говорю. Не-не-не, брат. Не сегодня. Но он пытался. Он пытался. Хорошечно. Почти уже забились по этим. Так, давайте сначала глянем все-таки, что справа. По сути, от этого дальника можно уворачиваться, но, бляха, стоит ли игра свеч? Вот в чем вопрос. Не, криты сок. У меча криты просто ням-нямка. Текс, проверяем. Здесь обломанный мост, я могу его починить. Причем прямо сейчас. А давайте... Ух, щит. Это самая красивая починка, которую я видел. Что-то есть тут? Твою мать. Туда можно перепрыгнуть, но зачем? Там ничего нет. Так, еще одна книпочка, которая, скорее всего... О, это еще одна арена, да? Ну, что-то мне подсказывает, что еще одну мы можем не пережить, на самом деле. Я так вангую слегка. Так, а эта кнопка... Сейчас я проверю. Она запускает две ловушки. Ага. Так, давайте я еще в ту сторону сбегу и проверю. Это, конечно, хорошо, что нам хотят люли дать, но... Я бы воздержался. Оу, ма. Так, там спавнятся типочки. Здоровяка там не вижу. По-моему, нет здоровяка. Так, вы не против, если я к вам тут на крыше потушу? Держите свет. Я принес вам свет, а вы хотите меня убить? Изверги. Нормально. Как будто бы и не огребали вовсе. Так, надо щит прятать, пока бегаем, потому что... Потеря скорости все-таки чувствуется. А, я мог сюда через здание? О, ты ж матерь божья, а тут что? Тут этажик просто. Так, хорошо, давайте мы тут дальше прочекаем. Ням-ням-ням-ням-ням, переход еще ниже. Есть кто? Кто-то точно есть. Подождите секундочку. Я проверю наличие вот таких вот ящичков. Тут чаще всего металл и монеты, поэтому я в них заинтересован как никогда. А домики-то красивые, кстати. У меня не такой красивый. Здесь опять металлолом, который не лезет. Так, давайте я к вам приду. Это у нас что? Это, по-моему, металл. Давай, 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 силушкой богатырской. О, ползет вам на собачье. Вот ушоль. Так, тут переход дальше есть, да? Есть. Сейчас проверим, сверху у нас переход обратно. Если да, то идем дальше вглубь. И аккумулируем, естественно, железку. Да, это у нас возврат. Здесь тоже мост можно починить, но в этот раз ресурса у нас нет. Мне что-то подсказывает, что слева тоже будет что-то типа арены. Но я могу ошибаться. О, огромная каменюка, давай. Я надеюсь, это не конец здесь. Иначе придется еще на одну арену идти. А там можно как бы алюлякаться. Да давай уже, босс.
Так, уголь, один металл. Ну, мы, кстати, камень теперь можем получать. Так-то он у нас в капе был. Теперь все ок. Окей, погнали. Раз нам суждено огребать 25 урона камню. Он мало того, что... В смысле ты дважды взорвался? Говно ты собачий ублюдок, мать твою. Так не надо делать. Я уже привык к тому, что ты по одному разу бьешь. А он опарыш проклятый. Два раза лупануть решил. Неплохо он мне помог камень вынести, кстати. А, здесь еще есть куда идти. Так, я все жаровни теперь поджигаю. Вдруг чё? Вдруг мне откуда-то надо будет с горящей жопой бежать. А тут хоба, и обогрев. Здрасте. Есть кто? А я тут, кстати, не могу отдаляться, чтобы посмотреть. Пам-пам-пам. Отойди. Так, какой-то упоротый лес, подождите. Сейчас мы вернемся. Отлично, тут тоже тонна руды. Чтобы вышло сверху тусить. Ай-яй-яй, тут молниеносный пацан. Чё ж ты, товарища своего-то молнии не бьешь, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Боже, какое же оно болючее. Говно это мелкое, а? Так, сейчас я выбью здесь все камни. Так, уголючек, железка есть. Сейчас глянем, что в этой стороне. И пойдем в дремучий лес. Еще две булыги, понял. Так, 200 камней обратно набил. Это, конечно, хорошо. Так, здесь есть наш необожаемый товарищ. Как это произошло сейчас? Почему я по нему не попадаю? Да иди ж ты в жопу! Где мой щит? Какое же ты болезненное дерьмо. Так, мне кажется, что здесь какие-то особенные деревья. Да блях, еще один. Не надо, пожалуйста. Да-да-да, он на меня дерево уронил. Что за тактики, я не понял. Дружочек, блях, иди в жопу, слушай. Да, ти-ти. Твою мать, я не уследил за хп. Какого черта он бьет по несколько раз? Какого черта? Ну так же было все хорошо, мы уже дошли до дремучего леса. Ну, говно ты собачье такое. Так, сейчас отсыпаемся, соберем урожай. Так, у нас выросли только цветы, да? Да бляха, я здесь ступеньки сделал, но они не хелпуют вообще ни разу. Ягоды еще мелкие, то есть у нас выросли только цветы, да? Ну, не самый худший расклад, тем более, что цветы я сейчас пока что временно перестану сажать. Я думаю, что это не худший вариант. Бля, мы же весь металл просрали, который я там добыл. Ничего страшного. Сейчас я щит верну старый. С ним мне как-то все-таки полегче. Так, что мы здесь можем вернуть? Тыкву у нас нет. Все тыквы там, кстати. Тыкву тоже полить, наверное, надо, да? Да-да-да. Сейчас я, короче, все полью. Пересажу. Побегу в пещеру и добегу до той же локации, где, собственно, помер. Буквально одна секунда для вас. Так, я тут решил еще заскочить к торговке. Купить рюкзачок по-человечески нормальный. Жаль, правда, что он слот не дает. О май бог, я могу здесь поменяться? Не-не-не, не хочу. Я и так красавчик. В общем, продали, взяли рюкзачок. Сейчас я пойду зачищать сверху донизу. Сейчас еще ягод херову гору выстрел. Боже, будет вообще сахар. Сколько у нас с собой? Еще с собой 60. Жить будем, инфосотка. Так, свернулись к нашим упоротым деревьям. Это говно собой. Там топор. Там то ли топор, то ли какая-то дичь. Так, против этого говна я приготовил еще одну финтифлюху. Я попытаюсь его копьем удаленно затыкать, чтобы он мне ничего не мог сделать. Да, это работает вроде бы. Во всяком случае, я так урона не получил. Хотя обычно это прям традиция. Так, и что это у нас такое? Forged X Unlocked 8.14. Крит 16.28, правда добыча ресурсов 10% всего лишь.
Create resource бонус. Но он у меня уже есть, да? Drag icon to equip. Вы хотите, чтобы я его сразу проверил? Да я смогу ли я здесь переснарядиться? Не смогу. Пусть пока побудет. Я уверен, что топор хороший. Что это такое? Мы его проверим снаружи. Не буду я испытывать, собственно, судьбу. Так, здрасте. Друиды были правы. С помощью дырки в пещере мы, собственно, можем расти деревья. Ок. В целом, это какие-то, может, необычные деревья. Кирка, по-моему, лучше бьет, не? И кирка шляпа. Ну, сейчас, одно хотя бы собью. Так, давай с критами, пожалуйста. Криты не помогают. Отнюдь. Ну давай. По идее, мы должны в 5 раз дольше лупить, чем лупили топором. Да упади ты уже, наконец. Нет, это не какое-то особенное дерево. Абсолютно обычное, типичное. Хорошо. Можем двигаться дальше. Этот топор у нас, по сути, добавлен теперь в снарягу, и мы его сможем заюзать там, где захотим. Пока что в этом горящей нужды нет. У нас остается сверху справа аренка. Я сейчас, кстати, когда пробегал, то мне арену не пришлось проходить первую. Она была засчитана как пройденная. Что странно. Прошлую мне не засчитала. Так, греться нам не надо. Покушать было бы неплохо. Так, товарищи, товарищи, дай-ка я сюда загляну. А там я не перепрыгну. Понял. Так, сейчас бы мне еще вспомнить, откуда мы всрались. Так, это нижний проход. Нет, по-моему, кусок ресурса упал на днище. Или мне показалось. Ящичек имеется. Дай бог это все отсюда вынести, конечно. В этом гарантии нет вообще никакой. Все довольны, все довольны. Так, выход сюда. Я, по идее, вроде бы могу сейчас починить еще этот мост, да? Умс. Давайте проверим. Отойди. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, пока Глушман. Что сверху? Сверху, естественно, наш старый друг. Причем двое. Тут проход дальше. Тихо-тихо. Я быстренько заберу еду. Честно, честно, честно. Оп, спасибо. Мя, не успел добавить. Так, здесь еще одна спо... Если мне не изменяет память, то мы сейчас возвращаемся к дальнему левому входу. Это интересно. Так, тихо, 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 не быкуйте. Да, это первый вход. Чуть не упал. Да пошли вы в жопу. Так, уходим, 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 уходим. Не палимся, не палимся. Если мы вернулись к первому входу, соответственно, правая сторона — это единственный вариант прохода дальше. Потому что в правой стороне какая-то аренка должна быть. Окей, двигаем в правую дальнюю. Что я могу сказать? Я не хочу с ними драться, потому что есть велик шанс, что я умру, поэтому собирать с них эссенции не имеет никакого смысла. А так как опыта здесь нет, тоже смысл теряется еще сильнее. Поэтому текаем. Так, переход раз. Теперь, если мы двинемся направо, то мы должны выйти туда, куда я думаю. Так, вот этот мост. Книпочка. Пройти можно? А, меня сразу ловушка нашпиговала. Бляха, тут два молнии, пацана. Твою мать. Но тут есть какой-то молот. Молот Тора. Бляха, да друг друга подамажьте, пожалуйста. Пожалуйста, я вас молю. Плиз, плиз, плиз. Главное двигаться, матерь божья. Да-да-да-да-да-да. Хил в рот, все пройдет.
Да что ж вы заводитесь так быстро? Тише, 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 тише. Естественно, 15 урона. Харю. Застряли. Нормально, нормально, хилимся. Турелька отработала. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Они запускаются поодиночке, собака, ну. Пошел в жопу. Наступайте на ловушке. Красавы, 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 красавы. Заводится опять. Спокойно, не заводись. Так, еще одного убили. Хорошо. Не целься в меня. Так, минус еще одно говно собачье. Ой, как хорошо. Раз. Ага. Он то один раз рэпнет, то несколько вообще. Ад. Так, что мы имеем? Forged Hammer мы имеем. Так, 15 дамага, critical дамаг 30. Слушай, я даже, наверное, экспериментну. Мне что-то кажется, что я их смогу юзать только здесь. Я только сейчас что-то уловился на мысли. А это очень неприятная мысль. Круши. Ломай. Красавый. Будь. Да бляха. Сколько? Два лайтстоуна, и здесь, соответственно, тоже, да? Но это, в принципе, какие-никакие денежки, так что... Грех жаловаться. Так, с разворота. И еще два. Так, а ну-ка, булавка. Медленная, как вся моя жизнь. Ты что там еще и крутишься? Ну, урон должен быть хороший, но практика показала, что мне удобнее с мечами. Чуть-чуть удобнее совсем, капельку. Так, разбирай. Так, здесь еще две кнопки. Оп. На-на-на-на. И что у нас здесь? Опа! А это уже какой-то новый варп. Видите значок в виде девятки либо капельки? Такого на улице не было. Да иди ты в жопу. Вот это мне надо. Так, а ну-ка, есть тебя молотом шарахнуть? По нему урон вообще смешнейший, просто. Просто какой-то кек ходячий, а не урон. Короче, если мы слишком близко к нему, тогда он дважды бахкает. Понял, принял. У нас, кстати, есть сейчас вариант выйти. Пока мы налутались хорошенько. У нас есть вариант избежать нехорошей участи. Ну мы ж как это? Слабоумие и отвага. Наш девиз. Так, то просто булыжник. Тут и дома уже пощедрее стали. Слушайте, нормально. Это тоже можем зажечь. Гора ясно. О, перелутаться можно. А, топорик, да, имеется. Ну, в сравнении с нашим стальным он лучше, но я не уверен, что он лучше нашего пиратского топора. Потому что у нашего все-таки скорость бешеная. Скорость атацки зашкаливает. Да, в принципе, нам менять нечего. Разве что копье вернуть. Мы уже посмотрели булаву. Так, а здесь что? Ага, ого. И куда? Но ведь там же ничего. Там тоже ничего. Может, тут потом что-то отрастет? Какой-то мост. Окей, идем по главной тропе вверх. Так, там еще один электропацан. Электропацан, не надо. Пожалуйста, пожалуйста. Не забываем, что у нас через здание бьет. Ему вообще пофиг. Чу-чу-чу-чу. Меня смущает, насколько низкий урон по нему проходит. Серьезно, это мерзость. Это никуда не годится.
Так, у вас спавнилок нет, вы здесь просто бегаете, я правильно понимаю? Не бегайте тогда, чё? 5 монеток. Вы серьезно? Я думаю, я здесь борюсь за 5 монеток? Ёбарес, это... Вот это уже похоже именно на заброшенный город. Ёбарес, это... Ну, пока ничего опасного я не вижу. Наверное, это хорошо. Можем пока смело лутать виноград. И воровать то, что нам надо. Здесь очень-очень много. Можно нафармить, я так понимаю, этих шестерней. Это было бы очень хорошо. Ничего. Ничего. Темно, как в жопе, правда. Не хватает какого-то рентгеновского воззрения, чтобы сразу же смотреть, что за дверкой. Бляха, еще два. Сволочь ты такая сутулая. В этом, видимо, вся прелесть копья. Что мы не даем этой мразе подойти. И, соответственно, можем спокойненько ее держать удаленно. Есть что? Понял. Я сейчас опять забью себе этот кап металлоломчиком. Еще 8 монеток. Мы так скоро начнем собирать уже на оружие этого. Не пирата, боже, как его. Торговца странствующего. Ах ты ж сволочь. В этом есть некоторая сложность, когда двоих сразу бьешь. Потому что один начинает взрываться, второй в тебя молнию кидает. И как бы ну такое. Но копье роледом. Коплю, коплю. Копье их тащит только так. О боже, тут уже катакомбы целые. Так, два драгоценных камушка. Сверху голяк. Поньк. Ничего, ничего, все. Короче, на один дом один ящик. Больше не предлагают. Тут я сразу вижу, что нихера. Меня смущает, что здесь только скалопендры эти остались. А где же остальные? Самые опасные вражины. На самом деле, они мне меньше неудобств доставляют, чем здоровяки. Здоровяки собака шустрые. И очень напрягают. А эти так, начали на расслабоне. Так, двигаем. Двигаем, двигаем, двигаем. О! Вот это то, что нам надо. Давайте поочередно придете, чтобы я не бегал от двоих. Угу. А теперь ты иди сюда. Бляха, там спавнила херова гора. Я не вижу. А. Вижу. Слушайте, да так и всех остальных можно выбивать. Надо копье новое скрафтить, слушайте. А, пацаны, пацаны, подождите секундочку. Оп. Почему оно вас хилит, я не понимаю, конечно. Ёпресты, сколько у вас здесь спавнов? Тише, 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 тише. Тише, тише, тише. Не-не-не-не-не-не-не, еще одна эта херня. Хорошо вошло. Взорвалась? Да ладно! Так, покушать. Есть. Одно минус. Давайте я вас копейком немножко потыкаю, чтоб мелкого забрать. Копье вообще шикарно работает, слушайте. Мне нравится. Да дай разбить спам, спасибо.
Сколько уже эссенций? 89, нормально. Так, я тут покружусь, вы не против? Они, естественно, против. По сути, тут идеальная фармилка этих эссенций. Просто идеальная. Три спауна. Плодиться их до усрачки. Тихо-тихо. Кувыркайся, твою мать. Так, надо бы еду обновить. Ну. Ря. Хп. Как это я так упустил? Боже. Пошли в жопу. Когда множественное нанесение урона происходит, можно его очень легко провтыкать. Очень легко. Естественно, это имеет последствия. Опа. Так, давайте я здесь покружусь чуть-чуть. Если хотите, подходите. Мне не жалко. Понатыкали на халяву. Он пытается прыгнуть, а у него не получается. Ой, боже. Люля. Все, наконец-то. Господи Иисусе. Так. Давайте сюда все эссенции. Я их откровенно заслужил. Так, немножко вкусняшки. Тут ничего, еще один переход. Ну, короче, это как это. Похоже уже на легкую награду, знаете. За всю боль и арены, которую мы прошли. Нас все-таки слегка наградили огромным количеством лута. Это, конечно, не тот лут, о котором я мечтал, но... лучше, чем ничего. Так, у нас переход был вверх, вправо и сейчас вниз еще, да? Что-то до хера переходов, не? Материала хватит. А, лол, я его могу починить только с той стороны. Понял. Не хотят меня по Шурику туда пускать. Хотят через страдания. Давайте глянем, что там за путь страданий. Кровать просто. А, путь страданий, это через мост. Или мост мне тоже не дадите построить. Мост дадут. Мост дадут, но ресурсов нет. Так, сейчас наверх еще попробуем. Здесь тупик, да? Да. Стоп. А как сюда? А, вот. Мне. Еще 8 монеточек. Не балуют лутом, конечно. Так, мы вышли отсюда сверху. Переход был вниз, а сверху вглубь дальше перехода не было, да? Да, у нас здесь смотр-площадочка. Но тогда остается один только выход, это вниз и влево. Вниз вправо деревянный мост, просто вправо каменный мост. Вправо и вверх даже. А вниз и влево... вот там скорее то, что мы ищем. Вот здесь. Так, есть кто? Очень подозрительное место, ну ладно. Ух, там еще одна арена. Готов ли я умереть со всем этим лутом? Спросите вы. А я вам отвечу, готов, конечно же. 54 металла. Все остальное, в принципе, добываемое. Ох, с богом. Watch your step, мне сказали. О, так я пацанов здесь могу просто на это развести. А, тут очень много ловушек. Так это нам же и на руку, лол. Наступайте, я вам пока гнезда побью. Наступайте, давайте. Не, ну их до хера, слушайте. Давайте. Да, там по 2 урона. Но в целом-то неплохо. Ой, сам наступил. Да давайте вот это. Ай, 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 ай.
Самое страшное, что в момент получения урона от этой ловушки ты замыкаешься на месте, ты не можешь двигаться. Скорее, это здесь самое страшное, чем сама ловушка. Так, одно гнездышко есть. Ёпарасоте, какой ад. Ай-ай-ай-ай-ай. Так, тут какие-то огромные врата. Я, пожалуй, обойду, а вы не обходите, не стесняйтесь. Почему я с копьем? Что произошло? Так, минус один здоровяк. Нормально, 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 нормально. Еще минус гнездо. Еще минус здоровяк. Отлично. Ловушки сработали исключительно на руку. Так, аккуратненько, аккуратненько все соберем, все наше. Так, всем-всем откро... Так, ёпарасоте. Где-то есть еще один варп, который я не активировал. Твою же мать! А так все было близко к победе, а? Ай-яй-яй-яй, твою мать. Было очень близко к победе. Я не исключаю, что он там, где как раз каменная эта штука. Там, где каменный мост, который мы не можем сейчас пройти. Совершенно не исключаю. Здесь имена чьи-то, да? Я так понимаю, что это... У меня одного закрадываются сомнения. Но в любом случае, у нас есть вариант вернуться сейчас назад. По-другому мы не сможем. Здесь мы не отстроим, нам нужно добыть еще лаймстоун камень, чтобы мы могли восстановить этот мост. И по пути, естественно, попытаться найти еще одну точку. Но мне кажется, что он на 100% там. Ну, типа, другого выхода просто нет. Я не уверен на 100%, что я все дочекал до этого, но... Что-то мне подсказывает. Ненароком. Что оно где-то именно там. Хорошо, ребятки, я пока что буду валить на базу. Надеюсь, что я не просру все, что имею. Может, по пути еще металла найду, что было бы замечательно, чтобы копье получить хорошее. Вот, и, собственно, буду развивать наши фермы, потому что без еды, как показала практика, особо долго не проживешь. А если и проживешь, то не очень весело. Поэтому, ребятки, пока сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр, не забывайте комментировать увиденное и, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока!